Так, друзья, всех приветствуем. Кто не подписан, также подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новый видос. Сегодня приготовим лепешку самаркандскую, да? Так, что? У меня здесь соль. Добавляем сахарек тоже. Сюда же. Дрожжи у меня. И сам сливочный масло. И водичка у меня тепленькая водичка. Воду будем добавлять постепенно. У меня здесь был мука килограмм. На килограмм муки делаю лепешку. Так, кладем на стол. У меня стол чистый. Я его, прежде чем начать, протерял. Поэтому так, чистый. Снимаем. На самаркандской лепешке немножко будет тесто жестковато. Жестко надо делать. Все. Так. Отправляем. Закрываем сейчас склёпкой. Она поднимется. И после уже будем разделяем на две кулочки. Такой шарики сделаем и еще оставляем для того, чтобы подошел тесто, и будем открывать саму лепешку, будем готовить. Так, для лепешки подошли наши тесто. Сделаем две шарики. Сразу берем в поднос. Не готовим один. Бумагу экономим. И на второй тоже. Опять сверху накроем. Пусть еще 10-15 минут отдохнет наше тесто. Вынимаем. Берем вот такую пилу. И
кладем на противень. Кладем в турбину. Тоже вторую ставим. Здесь у меня вот такие ломбарчики. Видите? Так, так. Угу. И здесь все то же самое. Отлично. Так. Яйцом. Замажем все это. Берем кунжут. Оставляем еще на 10 минут. Так, наши литочки подошли. Так, это давайте-ка с этого начнем. Это отправляем первым. Духовочку отправляем. Все, отправили одну. Температура от духовки 200 градусов. Одна уже готова немножечко. Можно отправлять вторую без пергамента. На самом листе. Вот такой у нас получился лепешки. Не забываем подписаться, ставить лайки и делиться с друзьями, а также комментировать. До скорых встреч, друзья!